Это как раз для тебя, любителя, на фланге сиську подергать. Только на этот раз будешь не сиську дергать, да, я просто кнопку зажмешь и будешь туда-сюда дергать. Может, и прокатит. Микроконтроль мне очень нравится. Принимаю. Чуть притормозил, потом резко ускорился, блядь, вообще суперская тема. Желто-синий? Угу. Украина. Там Боруссия антрахт. Давай сейчас уберем. Сегодня. Ладно, погнали. Георгий Черданцев и Константин Генич будут сегодня с вами смотреть этот матч. О таких матчах много говорят перед их них... началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания? Три ботинка. Мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Отлично, оборона действует. И буквально подарил мяч сопернику. Отдаю. Блядь, толпой на одного нападаем, ёпта. Выбрасываем. Хорош. Отлично, защитник играет. Влад. Как здорово он это читает. Рейна Пайс. И мяч обратно идет. Есть тут возможность к воротам убежать. Я уже забудился сам. Это мимо. Диас. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Паласио. Что? Ходит мяч у них. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Боже мой, ребята, ну. Играет он на партнера. И что дальше тут будет? Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Я потянула. И как он дальше мячом распорядится? На вынос играет защитник. И навесить тут нужно. Здорово сыграно. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Катают они мяч. И что-то может тут получиться. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И тут может что-то получиться. Играет в пас команда. Надо забивать! Сейф, но атака продолжается. Эх, долго. Уже решай что-нибудь. Рейна Паэс. Паласио. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Какую передачу он отдал? Разрядил он обстановку сейчас. Есть поддержка от атаки, можно что-то придумать тут. Отдает он мяч партнеру. А.
Хорош, хорош. Попробуй двигать. А, я подаюсь. Давай разыграем. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Прорывается он с фланга. Выбивает мяч игрок. Угу. Сам напоролся на свой, на это, то, что говорю, не делай, сам же сделай. Да. Хорошая игра. Паласио. Хорошо. Теряют они мяч. Не, вижу, блядь, шишка не хватило. Сам придержать. Отдает он мяч партнеру. Пас на ход, может быть интересно. Штрафной будет. Да, не тут 13-й возьмет. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Может забить. Все как надо, да. Вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Отдает он передачу. И выше ворот приходится этот удар. Рейна Паэс. И что дальше тут будет? Играют они в пас. Классный отбор, можно играть. Вратаришу. Пустые 7-метровые ворота. Ну как же он не попал? Да, вратарь тут уже. Будет забегать, да. Забивай. Да-да-да, сюда подальше, да-да-да. Да-да-да, да-да-да, давай вижу. Штрафную именно отсюда. Анимация нужна, конечно. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Не смогли они мяч удержать. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Отличный пас прошел. Катают есть мяч. Есть. Отличный. Первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. 1-0 в нашей игре. Неточно следует передача, и команда теряет мяч. Идут они уверенно в атаку. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Проблем. Рожден. Играет в пас команда. И как дальше мячом распорядится. Защитник перехватывает этот навес. Игорь, блядь, форвардом что ли играет там? Нормально, нормально. Разберите игроков. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Нет, не дошел этот пас до адреса. Входит мяч. Можно. Раньше, раньше я жду. Второй там, смотри. Играет он на партнера. Хороший игрок. Заканчивается первый тайм. Один... Смотри, много потери. Мячик отскакивает, как блядь, дерево. Четыре, два, три, один. Угу. Погнали. Продолжается наш матч, второй тайм. Что так мяч-то принимаете, Жень, ты чё? Хороший мяч. Паласио. Рейна Паэс. Отдает он мяч партнеру. Ну, ёпта, это просто, блядь. Хороший мяч забивает и снова. Все только начинается. Отличный пас и великолепный гол. Разыграли как по нотам. После ответного мяча у нас 1-1.
Хорошо, атака развивается. Хуя себе. Бочка, блядь. Паласи. Есть поддержка в этой атаке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Катают они мяч. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И покидает мяч штрафную. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Пожарит. Паласи. Рейна Паэс. Зря вас с Димоном разъединили. Ё-моё. Ну, когда же пришел, можно было его поставить. Чей бот еще оставили? Вот ох, понятно. Посмотрите, какой кросс, предельно точный, зрячий, выложил как на блюде. А он вообще мастер на такие передачи, весь мир об этом знает. Вот так был забит гол, смотрим комбинацию. Хорошая навесная передача, и тут нужно было просто попасть. И как он дальше мячом распорядится? Отлично сыгран, очень вовремя защитник мяч вынес. Очередной точный пас в его исполнении. Есть игрок впереди. Пройдет передачу. Играет в пас команда. Нарез в штрафную. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Пошире они играют. Мяч на фланге. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Мяч у соперника теперь будет. Сравнивать нужно! Хорошо. Блокирует он этот удар. Через пас угловой разыграли. Штрафную подача. Он явно задумывал немного другой номер. Не стойте, надо забегать туда. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Отлично, в отборе сыграно будет. Не, дай попробуем. Короче, давай, забегай туда, я в пизду. Пошла подача. Мяч в руках у голкипера. Можно ближе к вратарю, Вадик. Играют они в пас. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажу им. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Влад. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Нет у него проблем с передачами. Рейна Паэс. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Хорошо, он мяч укрывает. Без мяча остается. Блин, ну что ты, блин? Далеко до ворот, но он все равно пробил. Дерзкий удар. Да уж. Весь матч какую-то херню выпаряешь. 15 минут до конца основного времени матча. Хорош. Прострельчик. Блять, хуй. Ах. Ну, чуть-чуть остановись. Я жду, когда ты остановишься. Попробуй на цель вешать. На дальний. На Ярик. А ты скидывай. Центр штрафной подачи. Скидка и хорош, по... хорош, молодец. Таких моментов и нужно смотреть футбол. И не давай, давай, подожмем сейчас. А каково сейчас... Жень, повнимательнее спасаем, что-то вообще пиздец какой-то. Какой же? Не успеваю.
игру мы с вами сегодня играем, играем, все. Есть время еще. Не прет что-то. Не дает добраться до мяча соперник. И как он дальше мячом распорядится? Еще. Играет в пас команда. Да ну пас-то отдай, господи. Другие кнопки-то найди на джойстике. Что ж такое-то, блядь? Центр держит. Хорошая игра за счет. До конца основного времени 5 минут, и за эти минуты Сон. Можно успеть забить и выиграть матч. А счет пока Дина что. Ну тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. Хорош. Теперь в атаке. Блин, да куда? Дим есть. Ага. Хороший по задумке пас. Интересно, второй тайм. Хорош. Хорош, хорош. Отлично было сыграно. И выходят вперед. Очень непростой момент. Хорош, Андрей. Да, блин, мне жуть подводит. Сейчас мне посылаем. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут. Центральный. Держи, держи, центральный. Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Хорош. Разберите игроку. Второй тент смотри тоже, подбор. На коротке угловой разыграли. Попрошу. Блядь, стоит на месте. Так, теперь все вперед, вратарь вперед, все вперед, атакуем! Есть фланг. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. И тут может что-то получиться. Офсайд. В офсайде игрок, по мнению судьи. Ничего себе. Полазь. Даже. И звучит финальный брак. Пиздец, конечно, пиздец брак. На выливах. Можем еще поиграть, если хотите. А, давайте. Давай. Уходим.